You're listening to Internet Radio Fontanka FM. Это мы в качестве анонса прихватили. А вообще говоря, у нас волшебный нетерядный Игорь Чередник предо мной. Игорь, привет. Вечер добрый. Привет, Женя. Здравствуйте. Я тоже захотела тебе вдруг высказать, потому что очень я тебя уважаю. Дорогой ты наш человек, который приходит на Фонтанку уже не первый год для того, чтобы вести меломанскую передачу «Не иначе». Да, спасибо большое, Женя. Я тоже назвал на вы из огромного уважения. Из огромное тебе спасибо. Что в марте 2012 года... Да ну, раздался, так это вот и было вот так вот. Раздался вдруг телефонный звоночек, вот, и сказала Женя, а ты не хочешь ли прийти на эфир? А это так было, да? Это серьезно? Так было. Да я был что? В магазине, покупал ногу куриную, как сейчас ты помню. Даже помню, что ты покупал, круто. Вот, потому что у меня был, в тот момент я жил с собачкой, вот, и она любила косточки вот эти вот всякие. И ты купил ей куриную ногу этой собачки? Я купил себе мяско, а ей косточки. И тут началась наша передача. И тут началось все. Вот запала эта нога, наверное, самая вкусная нога в моей жизни была. Отлично. Ну, они... видишь, а мне говорят, у меня легкая рука, похоже, так. Ну, так оно и есть. И вот в твоей легкой руке я был приглашен на пару-тройку эфиров, вот, и потом она что-то подзатянулась, и вот тянется до сих пор. А пускай тянется. Рассказывай. Ну и замечательно. Итак, дорогие друзья, всем доброго вечера, прекрасного настроения. Ну, не знаю, по-моему, у всех. Нормальная, отличная, у меня так просто превосходная, потому что погоды стояли замечательные, да и продолжают стоять, и лето удалось как-то так в этом году, несмотря на ничего такого особенного не происходило, такого сверх-сверх-пупер-супер, такого крутого, но такое нормальное человеческое лето, вот, где я отдохнул, так сказать, душой и сердцем, и дочь у меня родилась. Этим летом. Поздравляем, спасибо. Поздравляем, это же скоро, поздравляем. Скоро, не скоро, а вот-вот недавно ей. Спасибо, 2 месяца исполнилось. Замечательный человечек, замечательный. И вот, и женился я весной, и вообще как-то жизнь наладилась очень резко, очень сильно. Всем привет моим домашним. Ну да ладно, продолжаем разговор о серьезном, хорошем, добром, вечном. Как известно многим, а кому неизвестно, я в этом эфире пытаюсь внедрить в жизнь, надеюсь, у меня получается, вот такую историю, как классический альбом по версии моей. Потому что я слушаю музыку, первым делом пытаюсь впустить ее в себя, не исходя из своих, нравится, не нравится, хорошее, нехорошее, а сначала я холодным рассудком пропускаю ее через свой мозг. Вот. Какая бы там ни была, вот, она мне может безумно не нравится, не попадать в настроение или как-то так. Но я стараюсь максимально включить объективность. Вот. И вот на сей раз я включил тоже объективность. И да, извините, пожалуйста, я сейчас вернусь к предыдущей мысли, вот, потому что надо ее закончить. Вот, я стараюсь включить объективность, и поэтому альбомы, все, которые я приношу, они прошли строгий-строгий отбор. Отбор с точки зрения моего холодного рассудка. Вот. То есть я включаю мозг объективный свой и смотрю, здорово сыграно, не здорово. Раз критерий. Талантливо придумано, не талантливо. 2 критерия. Хорошо люди играют, не очень хорошо люди играют. 3 критерия. И вот по этим 3 критериям я, значит, выбираю группу. А потом я начинаю бомбардировать свой мозг этими командами. И, как правило, с 3-го, с 4-го, может быть, в редких случаях с 5-го раза, вот, они становятся, эта музыка становится моей. Она, что называется, достукивается до моего сердца, до моей души. И я открываю перед этой музыкой свое сердце и запускаю ее в себя. И потом уже я чувствую, что она мы сроднились, и я без нее не могу жить. Вот, без этой музыки. Вот такой сложный у меня подход. А иначе нельзя, потому что можно себя так сильно обкрадывать, если так вот послушал. У меня есть друзья такие, послушают 3 минутки. Ой, неинтересно. Бумс, там, закрыли. Просто забыли про эту группу там. Ой, как-то слишком нудно. Бух, там, отфутболили. И так далее, так далее, так далее, так далее. Вот. А мне так не хочется. Мне не хочется себя обкрадывать. Я слышу же, что это круто. Но просто я не готов, не врубился. Итак, наконец-таки, предрассказ кончился, начинаем рассказ. На сей раз очередная такая группа, на мой взгляд, которая будет со временем классической. Называется она Drukfarben. Вот, тут мне замечательный интернет подсказывает,
что перевести можно на канадском языке, на канадском, группа из Канады, вот, Друг Фарбан называется. А перевести можно как какие-то чернила для письма. Вот. Ну, я вам сейчас почитаю. Итак, тут написано, что это молодая канадская группа. На самом деле она не очень молодая. Там люди с 80-х годов по отдельности играли, не с знаменитыми людьми. Об этом чуть позже. Вот, ну, пусть пишут молодая. Итак, слово «Друг Фарбан» с немецкого, кстати говоря, не с канадского, с немецкого означает что-то вроде чернил для печати. Вот, согласно легенде, двое основательной группы, Трой Финнер и Эд Бернер, будучи пацанами-хулиганами, залезли на какой-то склад и обнаружили там бочки с загадочной надписью. И тогда Эд якобы сказал: «Когда-нибудь у нас с тобой будет музыкальная группа, и мы назовем ее Друг Фарбан». Ведь так и назвали. Ну вот и, собственно говоря, сейчас еще пару слов, и будем слушать музычку. А будем слушать мы довольно свежий альбом этого года. У них всего два альбома студийных, 11-го года и 14-го. Вот, этот альбом так и называется. Называется... Ох, как сложно. Сейчас, секундочку. Сейчас скажу, как он называется. Называется он Second, помню, называется. Видите, даже еще не запомнил. Вот. Ага, вот так. Ага. Second Sound он называется. Вот что. Называется второй звук. Можно заводить? Можно заводить. In an answer dreaming называется. А как переводится, попозже скажу. We'll be right back.
Фонтанка FM, волшебный нетерядный Игорь Чередник. Во как люди играют. Вот как. Волшебный нетерядный Игорь Чередник. Вот, называется классический альбом «Наша история». Итак, речь у нас идет о группе Drugfarben. Вот, группа из Канады взяла себе название. Я вот сейчас тут полистал, так называется, чернила для печати, реально. Вот, и для, там, компьютерной, по-моему, да. Ну, в общем, короче говоря, это чернила для печати. Вот, и обещал рассказать, почему она не такая молодая, эта группа. Вот, ошибочно некоторые называют, что она молодая. Drugfarben почему-то упорно называют молодой группой, хотя все музыканты успели хорошенько поиграть в разных именитых и не очень группах. Да и под этим же самым именем они играли на всяких джемах-сессионах аж с 2007 года и уже имеют сформировавшиеся ряды фэнов. Так что перед нами достаточно зрелый коллектив, даром что выпущен только один диск. Но это же устаревшая информация. Уже второй выпущен диск. Это написано в 2013 году или в 2012, а у нас 2014 год. Нынче. Вот. И поэтому мы сейчас с вами слушаем свеженький альбом 2014 года Second Sound. Вот. И сейчас мы будем слушать прямо немедленно вторую песню с этого альбома. Она не длинненькая. Предыдущая была 7 минут, а это 3 минутки 29 секунд. Называется In Disbelief.
Волшебные нити рядом на Фонтанка FM, Игорь Чередник. Да, продолжаем. Итак, мы с вами слушаем замечательную, на мой взгляд, замечательную канадскую группу Друг Фарбан. Альбомчик, который называется Second Sound. Второй звук. Второй альбом на их счету. Вот, первый был 2011 года, так и назывался Друг Фарбан. Замечательный альбом, сразу мне почему-то понравился. В этот я чуть-чуть так поднапрягшись въехал, но все-таки въехал. Вот, и сейчас я переслушивал, когда сюда ехал очередной раз, и, можно сказать, настроение резко улучшилось. Люди офигенно играют, очень здорово сыграны, очень много оригинальных находок, очень нетрадиционно все сделано. То есть каждый раз открываешь что-то новенькое. Ну, вот, знаете, как в каком-то... По какому-то интересному лесу. Вот вы идете, да, раз вдруг озерцо маленькое. Вы ее не ждете, а оно вдруг появилось. То бух, белый гриб растет. Бух, еще что-нибудь такое. Вот постоянно какая-то смена пейзажа. Вот, так и здесь. Как бы такие привычные застарелые каноны немножечко разрушены. То есть какая-то такая математичность, какая-то куплет-припев. Даже сонатная форма порушена. То есть тут... И все это очень грамотно порушено. Не просто так, чтобы выпендриться, выделиться. А люди так мыслят, так живут. Вот творчески очень хорошо все сделано. И, ну, безукоризненно совершенно. Вот, второй альбом, на мой взгляд, он лучше значительно первого. Хотя, почему я говорю лучше, хуже? Они все хорошие. Просто, которая пластинка нравится сразу сходу, прям, вот, она меня немножко настораживает. Вот, и... Потом уже переслушиваешь и как-то меньше находок обнаруживаешь. А та пластинка, которая не очень сразу нравится, так в процессе, это, на мой взгляд, она интереснее. Ну так вот, сейчас еще немножко порассказываю. Так, тут вокалист этой группы сам пишет кое-что. Так. А, вот. А вообще, Друг Фарбан категорически подтверждает мою напыщенную фразу. Весь канадский прок считается исключительно созрел в провинции Квебек. Является редчайшим исключением из этого правила. Вот, Друг Фарбан. То есть считается, что весь канадский прок созрел в провинции Квебек. Но Друг Фарбан не созрели в провинции Квебек. Хлопцы все как один мужали в столице провинции Онтарио, в городе Торонто. А басист Питер Мюррей вообще ходил в школу, в которой 10 годами позже учился мой старший сын. Джервис Колледж это называлась школа. Этот самый, что ни на есть, даунтаун в Торонто, в 5 минутах ходьбы от озера Онтарио. Неказистый такой райончик. Квебеком и не пахнет. Вот из таких захолустных маленьких райончиков появляются такие замечательные совершенно команды. Сейчас я вам назову составчик и продолжим. Итак, Фил Неро, вокал. Эд Бернард, гитара-вокал, Уилл Хэр, клавишные, Питер Мюррей, бас-вокал и Трой Финнер, барабаны. Замечательный барабанщик, вот просто здоровский. Последняя песенка у нас будет на 18 минут 50 секунд, ни много ни мало. Ох, как он там лихо играет, вообще обалденно совершенно. Ну и так, слушаем следующую композицию на 5 минут 6 секунд, называется она «Дан де Леон», что можно смело перевести как «одуванчик». Вперед! We'll be right back.
вали чередник. Да круто, круто. Я тут залез в такую историю. Раньше это называлось торренты. Теперь это называется рутрекер. Вот. И на самом деле полезная вещь, хотя... Хотя я как музыкант, выпустивший много альбомов и, так сказать, не получив за них, кроме... Ну, это, конечно, больше денег стоит, там, память друзей, там, настроение их хорошее. Но в финансовом смысле, конечно же, из-за вот таких вещей, как интернет, естественно, музыканты очень сильно финансово страдают. В том числе и я, потому что альбомов много, а, так сказать, толку от них... Да и в финансовом смысле... Финансом, только подчеркиваю. То есть, конечно же, это все здорово, счастливое время. Запись слушаю, радуюсь, друзья все слушают, и не просто люди, и, так сказать, переизданий уже много. Все хорошо, все замечательно. Там 30 с чем-то альбомов я записывал за всю свою историю. Миллионером, как видите, не стал. Вот. И не надо. И так хорошо. Ну да бог с ним. Так вот, на вот этом самом рутрекере... Первый вот этот альбом 2011 года, «Друг Фарбен», он так назывался, «Друг Фарбен», человечек один, значит, его залил туда. И тут масса просто, масса всяких положительных откликов. Просто листаю и радуюсь того, что все-таки не дураки люди. Не дураки у нас люди, и таких много, по счастью, которые въезжают правильно, грамотно въезжают в правильную, грамотную уже, повторюсь, музыку. Ну, сейчас еще немножечко почитаем, потом дальше будем слушать. Итак, тут написано вот что, что музыка близка к ранним Yes, Emerson, Lake and Palmer. Некоторые критики также находят влияние Gentle Giant. Кстати, в первом альбоме действительно есть, нам, мне показалось, очень сильное. Вот. И Spock's Beard. Кстати, Spock's Beard у самих огромное влияние Gentle Giant на них оказали. А тут уже якобы, то есть, двойное прям влияние. Кстати, многие рецензенты именно поэтому занижают оценки альбома, говоря, что... Музыкальная картинка недостаточно оригинальная, ибо многовато заимствований у грандов прогрессивной музыки. Но, по-моему, пишет тот автор, который залил сюда эту пластиночку, но, по-моему, подобные разговоры – шняга чистой воды. Трудно взрастить что-то совсем новое на перепаханной за 40 лет ниве симфопрога, тем более начинающей группе. Поэтому смело рисуем фигвамы доморощенным критикам и отважно закачиваем себе этот альбом, дабы порадоваться новому старому канадскому симфопрогу. Моя личная оценка, кстати, я присоединяюсь к автору, и моя тоже, 5 баллов. И в конце написано «Ура!». Ну и, так сказать, народ тут очень бурно по этому поводу радуется. Действительно, очень хорошая группа. 2 альбома, и один краше другого, лучше другого просто. И вот еще хочется сказать, что они очень любят старую музыку. Естественно, это чувствуется. И они играют много каверов. Вот на YouTube можно найти замечательные совершенно каверы на Yes, на Genesis, на Emerson, Lake and Palmer, на Gentle Giant. То есть берут песенки, так сказать, со своим пониманием этой музыки, со своим кайфом, со своим чувством, это там все исполняет. Кстати говоря, я тут наткнулся на обалденное видео тоже. Такой есть Дэйв Гроул, всем известный барабанщик группы Nirvana, а также у него есть коллектив Foo Fighters, где он играет на гитаре, поет. Также еще есть Queens of H-Stone. H-Stone, правильно, Каменного века. Королевы Каменного века, правильно, правильно. Вот. Трудно без шпаргалки-то. Вот все приходится все это в голове ворошить. Так вот, Дэйв Гролл на какой-то мощной попсации, такой мощнейшей, где в первых рядах сидел Пол Маккартни, чуть ли там не королева, по-моему, даже сидела, не помню, какая-то у них была мощная там такая праздничная вечерина, вот, шишечная такая, вот, и вот вышел Дэйв Гролл, взял гитару, да как спел Band of the Run, Маккартни стоя аплодировал ему, то есть вот что значит, вроде как кавер, но вот слушается как не кавер. Очень от себя много добавлено любви, именно вот чувства. Он прям так зажигал великолепно. И пел, и играл на гитаре. Барабанщик Нирваны, не забываем. То есть он и играет здорово. Кстати говоря, он еще и барабанит в таком проекте замечательном. Them Crooked Vultures называется он. Там, где играет Джон Пол Джонс.
бас-гитарист и клавишник группы Led Zeppelin. И вот у них одна пластиночка 2009 года. Очень вам рекомендую. То есть здесь такие вот ностальгические цепелиновские нотки, но никоим образом они ничего не портят. Так быть, заимствований никаких нет. Вот опять-таки, вроде как похоже, но настолько мощно, сказать, это сделано, настолько уверенно и настолько любя все это вот делается, что даже, ну и наплевать, что похоже. Вот. Ни хуже, ни лучше. У Led Zeppelin оригинальных, у них своя история, свои какие-то кайфы. Вот. Материал может быть одинаковым, а вот если человек любит материал, он его подает, уже пропустив через себя, все равно в этом есть какая-то некая оригинальность. Вот так почему-то мне кажется. А песенка следующая у нас будет называться Liberated Dream. 4 минутки 25 секунд. А переводится это как «Освобожденная мечта». Thank you.
Реклама. Блюз. От истоков до наших дней. В программе Алексея Рыбина «Блюз Бизнес». Понедельник и суббота в 9 вечера на Фонтанка-ФМ. Реклама. Волшебные нитериады на Фонтанка-ФМ с Игорем Чередняком. Да, итак, группа Трюкфарбен. Замечательная канадская группа. Вот навскидку, кстати, сейчас пока не начал, хочу спасибо сказать. Ты уже начал. Ну, я имею в виду, не зашел далеко. Вот. Хочу спасибо сказать нашему чатланину. Вот Сергеинов его зовут тут, ник у него такой. Да, поправляет меня и правильно делает. И всегда, пожалуйста, поправляйте, потому что я в зоопарке сказал H-Stone, Queens of the H-Stone. Я сказал, надо Queen of the Stone Age. Видишь как? Спасибо большое. Вот, постараюсь не ошибаться. Ну так вот, рассказываю, я вам пытаюсь рассказывать, импровизируя все время, потому что в интернете ничего нет про эту группу, абсолютно. Вот. Ну, есть, конечно же есть. Вот. Но все надо работать над этим, переводить, мучиться, время тратить. Очень, а у меня интернета дома нет, представляете? И вот я сейчас пытаюсь как-то так вам более-менее отсебятины такой, хороший, в хорошем смысле, чуть-чуть грузануть. Вот. Лень мне это все выковыривать, читать чужие мысли, что-то как неохота. Ну, могу только вот присоединиться тут к всяким восторженным, так сказать, вещам, которые люди пишут. Вот, например, можно, конечно, сказать, что похоже на того, на сего, на пятого, на десятого, но зато они честно рубят музыку, и даже очень красиво и технично выходит. Молодцы, канадцы, и такие пятерочки все время тут такие ставятся. И я, естественно же, присоединяюсь к этим всем пятерочкам. И действительно хорошая очень командочка. И вот следующую композицию будем слушать на 5 минуток 2 секунды. Сейчас мы ее вам расскажем, как называется она. Все, пара движений. Хопаньки. А называется она Long Walk Down. Долгий путь вниз. Take a look inside it all and go.
продолжаем разговор. Да, мне нечего сказать. Замечательная красота была. Не, ну почему нечего? Женя Глюк, радио Фонтанка FM. Да нет, FM. Всегда есть что сказать. Я имею в виду, что мне нечего сказать. Лучшая радиостанция 14-го года. Да. Говорить о музыке все равно, что танцевать об архитектуре. Давай. А, да, да. Спасибо еще раз Сергею из города Хьюстона, как мне тут подсказывают, что он замечательный, добрый человек. Спасибо. И это очень здорово. Может быть, увидимся, потому что собрались мы тут полететь вроде как со группой «Странные игры», вот, в Америку, вроде как, не знаю, получится, не получится, сейчас трудно что-либо такое предполагать, но, тем не менее, есть такие сигналы, поступают, что вроде как нас там ждут, и это замечательно. Вот, а тут, значит, я нашел еще всякие интересные вещи, еще раз напомню, мы с вами слушаем целиком альбом канадской замечательной, на мой взгляд, группы «Друг Фарбен», которая называется Second Sound, альбом называется Second Sound, свеженький, 2014 года. А предыдущий альбом 2011 года, то есть 3 года назад вышел, тоже замечательный. Вот этот, мне кажется, он не то что лучше, а он посложнее и долго впитывается он в меня. Вот, вот сейчас все больше и больше. И уверяю вас, удовольствие колоссальное, когда начинаешь расшифровывать все вот эти таинство, которое в этой музыке, безусловно, всю эту химию, которая там имеется, что не просто из пальца высосали люди, а работали над этим, можно сказать, ночи не спали, все это креативили, создавали, все думали, все это пробовали, путем проб и ошибок шли, по себе зная, что такое качество музыки получить очень и очень непросто. Итак, продолжаем дальше. Тут люди пишут в ответ на вот такую фразу, что типа вот многие говорят, там рецензенты занижают оценки, что мол типа похоже, вот, и про то, что нужно им показать, как выражается автор, фиг вам из известного мультфильма, вот, послать этим вот рецензентам, которые так берут для смелости так утверждать, вот. Так вот, человек в ответ на это что пишет: полностью поддерживаю мнение, ну, по поводу фиг вамов, поскольку реально-то и придраться больше-то не к чему. Не знаю, насколько молоды в кавычках музыканты. Ну, я говорю, в большинстве рецензий написано, что это молодые, мол, музыканты. На самом деле ничего подобного. Вот они в 80-х годах начали играть. Я где-то прочитал, что один из них там с Питером Крисом из группы Kiss что-то имел какие-то взаимоотношения. Ну, так, мельком. Вот. Если кто интересуется, можно это найти в Википедии англоязычной. Ну, так вот. То есть человек пишет, что придраться-то больше не к чему. Не знаю, насколько молодый музыкант, но явно профи. Поначалу сложилось впечатление, что это какой-то новый проект «старичков», в кавычках. Но, прочитав аннотацию, был приятно поражен и удивлен, что у них это первый альбом. Ну, здесь идет, имеется в виду, опять-таки, альбом 2011 года. Надеюсь, с удовольствием буду слушать их последующие работы. И я надеюсь, потому что это как раз и есть последующая работа. Вот. И следующая композиция, которая у нас будет идти 7 минут 22 секундочки, называется «Surround me», «Вокруг меня», «Мое окружение». Вот так вот я это перевел.
Чередник, это Фонтан КФМ, волшебные нетериадны. Заканчивается волшебные нетериадны почти совсем, но не совсем. И вас ожидает сюрприз еще впереди. А сейчас пару слов на прощание. Еще раз спасибо большое за внимание. Всего вам доброго. Скажу вам вот, что слушаем мы пластиночку, которая называется Second Sound. Канадская замечательная группа Drug Farben. Пластиночка 2014 года. И вот тут что люди пишут. Один авторитетный тут человек пишет. Скажу, что ребята в детстве правильную музыку слушали, а теперь играют не хуже старых мастеров. С чем я их и вас всех поздравляю. Итак, всего вам доброго. Слушаем песенку предпоследнюю, которая у нас называется. Называется у нас Another Day. Еще один день. Internet Radio, Funtank FM. Голоса. Голоса — это прекрасно. Мне захотелось чихнуть. Здравствуйте, это Чир. И Глюк. Да, и Глюк. А Влад нет, у нас еще не прилетел из отпуска. Вот. Готовьтесь сейчас к крутизне. Сейчас будет крутизна. Последняя песня с этого альбома. Она так и называется Second Sound. И идет 18 минут 49 секунд. Обратите внимание на барабанщика. Играет круто. Очень крутой барабанщик, да? Очень крутой. Я хочу от него быть похожим. Полетел заниматься. Полетел. До свидания. Thank you.
some.